Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня буду готовить овощной салат с гранатом и плавленным сырком. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Что же нам понадобится для этого салата? Гранат 30 грамм, майонеза 3 столовые ложки, перец болгарский сладкий 1 штука, помидоров 2, сыр плавленый 80 грамм, капуста пекинская или салат айсберг 70 грамм, огурцы свежие 2 штуки, соль, перец по вкусу. Приступаем. Первое, что нам необходимо сделать, нарезать листья салата или листья пекинской капусты соломкой. Ну вот и все, салат готов. Он очень простой, легкий и вкусный. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем большое спасибо, до свидания и до скорой встречи!